В библиотеке микрорайона Левобережный в Химках провели лекцию об истории родного края. Татьяна Ларкина – пенсионерка. Интерес к краеведению возник после переезда в Химки из Тулы. Вы знаете, где-то с 1973 года, когда я переехала сюда, на Левый берег, мы получили квартиру, и я стала заведующей детским садом «Солнышко». И вот тут как-то немножко глуховато было, один автобус ходил, и вот такое врезалось в памяти. А что же здесь было до этого? Левобережье – микрорайон с богатой историей. Раньше здесь пролегала дорога в Тверское княжество. В конце XVI века между МКАДом и Левобережными Химками возникло небольшое село – Киреево. После открытия канала имени Москвы поселение отрезало от остальной части Химок. Спасло ситуацию строительство платформы «Левобережная», которая дала название всему району. Сейчас администрация городского округа Химки, территориальное управление, сейчас мы озабочены тем, что хотели бы создать некие группы людей по интересам. Организаторы обещают, теперь такие собрания станут регулярными. Алена Беляева, Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.